Сегодня мы начинаем нашу экскурсию с озера и с одноименного города Тетизея. Ну, это ЖД-станция, где там поезд. Эти работники называются Югентега. Здесь носители часов. Сзади у него там часы. Размер озера на 2000 метров на 700 метров. Не по всем берегам можно пройти. То ли там купальни, то ли еще что-то закрыто. Конек у них такой здесь. Обрезанный. У всех крыш. Какие здесь панорамы. Не горы, а вот именно холмы, холмы, холмы. Сложная геометрия. Очень красиво. Крыша сложной геометрии. Отель.